Ну вот я когда на Марсе-то, короче, был, я ж всегда башкирские флаги с собой таскаю. И я башкирский флаг как туда вот так вот ударил, и все, Марс Башкортостану тебе принадлежит. Так еще бы все, ничего, да? Так я пришельцев встретил, вот эти вот инопришеленцы, они такие зеленые. О, картошка дожарилась, будете? Ай, ладно, не поделюсь. И с инопришеленцами там подружился, с одним даже пообщался, он башкирский с русским выучил. Так вот, и все бы ничего, да, мы все вместе. Вторую Уфу там построили, и я теперь там официально мэр. Можете мной гордиться. Ты эти сказки на ходу придумываешь или заранее записываешь куда-то? Я понять не могу, ты мне что, не веришь? Давай ракету построим, полетели на Марс, я тебе все докажу. Ракеты мне достаточно было в предыдущей серии Among Us, в предыдущей серии и за все последние серии Among Us. Какая Уфа, какой Марс и какие инопришеленцы? Ты на ракете улетел просто на новую карту, ни на каком Марсе ты не был, не надо выдумывать здесь. Я прилетел сначала на Марс, я ж сам тебе сказал. А потом с Марса я прилетел сюда, вот и все. И вместо того, чтобы сейчас пойти дальше продолжать подписчикам показывать новую карту, которая строилась 2 месяца. Мы твои дебильные истории тут слушаем. Во-первых, не дебильные, а правдивые. Все это за правду было. Вы что, мне не верите? Тут есть хотя бы один человек, кто верит Хрейду, что он на Марсе вторую Уфу построил? Нет. 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 То есть я правильно понимаю? Вы, общество моих лучших друзей, сначала на месяц меня бросили, а теперь моим рассказам не верите. Да вот знаете что, вот я вот в следующей серии опять на Марс улечу, и вам своего инопришеленца лично привезу, вы меня поняли? Ты нам своего инопришеленца не вздумай даже показывать, не надо нам никуда его притаскивать и вот это вот все. Я вот это предлагаю начать наконец-то уже первый раунд новой карты. Я уверен, что много кто хочет посмотреть на новую карту, а не истории твои слушать каждый день. Ну давай, запускай уже. Вот и запускаю. Первый раунд. Там можно идти, там вот туда, вперед, можно идти. Он подошел, посмотрел то, что здесь пропасть. Посмотрел, что здесь пропасть, и забоялся идти вперед. А по пропасти этой же ходить. Мать ты моя женщина, это... Карта настолько гигантская, то что я даже не представляю, куда здесь надо до... Куда здесь надо добежать, чтобы просто починить свет? Куда-то в ту сторону. Или в ту сторону. Так, я видел то, что Ксюха начала выполнять задание. И Ксюха, скорее всего, не предатель. Так, здесь задание еще не выполнили. Значит, выполню я. Сказочник недоделанный этот херей. Так, ладно, в этот раз я разберусь, как вот это чинить, вот этот вот цвет, но перед этим пару задать. Так, здесь уже, походу, все повыполняли. Ага, вот сказочник недоделанный. Смотри за люком, сейчас из люка кто-то выпрыгнет, если, конечно, ты туда не запрыгнешь, Клайб. Так, сабат. А, все, я понял, как чинить, я молодец, Хрейд, а ты не молодец, я еще раз скажу, ты сказочник недоделанный. Ракету мы строили только для того, чтобы полететь на эту карту, в другие места ракета летать не умеет, но нет. Как раз. Три раза за первые 60 секунд раунда успели свет вырубить. Да я ничего не видел даже в этих коридорах. Я нашел труп, когда пошел чинить свет. Рядом никого не видел, ничего не видел. Очень полезная информация. Ага. Ну так а нафига ты репортишь труп, если возле трупа никого нет? Что нам это совещание сейчас дало, а? Ну так если кто-то побежит мне навстречу и увидит за мной труп, то он скажет, что я предатель, а я не предатель. А я считаю, что желтый всегда предатель, его отсюда кикнуть надо. Ну если мы будем играть по таким правилам, то серый всегда виновен. И следующего, кого мы кикнем после банана, это будешь ты, Хрейд. Нашел крайнего, давай голосуй за банана, задрал. Если кикните бананы, я в следующий раз кикну Хрейда, я вам зуб даю, так что не смейте. Вы молодцы, молодцы. Ненормальных всяких серых предателей слушать никогда не надо, Хрейд. Давайте, побежали. Вот это уже пару человек кокнулось, мы до сих пор не нашли еще ни одного
предателя. Так, на этой карте надо прям все проверить. Вот только хотел выполнить это задание, Клайп у меня его украл. На этой карте надо тыкать на все существующие кнопки, потому что она новая. Я пока вообще не представляю, что здесь есть, что здесь где спрятано и какие потайные нычки здесь есть. Так, Клайп же не предатель, чего я от него шугаюсь? И по традиции опять вырубили свет. Слушайте, это предатель... Охренеть! Господи, ты не пугай меня так! Просто спрячусь где-то в какой-то комнате. Мне срочно надо вспомнить за все... Тут еще какой-то проход был. Господи, какая же эта карта огромная, а? Мне срочно надо вспомнить за все предыдущие 100... Да тут даже никого не было, чтобы кто-то задание выполнял. Стекло... Железный блок, если я не ошибаюсь, железный блок просто надо поставить сюда. Все, мне срочно... Господи, что ж вы так пугаете-то, а? Срочно надо вспомнить, кто всегда любил вырубать какой-то свет. Вот каждый раз, когда... Или я сейчас что-то неправильно понял? И не, я по... Сейчас у меня очень много вопросов. Стой там! Я про эту карту еще, походу, очень много всего не знаю. Не знаю все ее нычки, не знаю все, где здесь что-то находится. И не знаю, откуда этот икс дать. А где здесь находится кнопка, которая начинает совещание, а? Ее же здесь просто нет. Вот, банан, ты мне ответь. Вот я, конечно, пошутил в прошлый раз, то, что желтый всегда предатель. Но я, когда увидел тебя в темноте отбегающего от трупа, мне кажется, стоит задуматься. В темноте я ничего не вижу, это раз. Во-вторых, в темноте я тебя за всю игру не видел. Так что у меня ты к тебе вопросы. Ты в темноте вопрос. Как раз-таки видишь, ты предатель, предатели видят в темноте. Я искренне перед вами извиняюсь и перед тем, что вы выясняете отношения, но мне надо кое-что спросить у другого человека, где он, кстати, находится. Иксданул! А? Тебе это, яичек свежих захотелось? В смысле, каких яичек, ты о чем? Ну, яйца! Захотелось яиц! Яйца! Подожди, в смысле, какие яйца? Ты что, дурной совсем? Это Амонг! Я понимаю, что это Амонг, но я бежал по этой гигантской карте, фиг его знает, куда я забежал, я там увидел только отомчика. Зашел за угол и увидел, как Икс Данил на сковородке яйцо жарил. Слушай, не морочь мне голову, я тебе сказал, это банан, голосуй за банана, с яйцами своими потом там разберешься. Эка, я проголосую за банана, мне уже без разницы, но мне интересно, Икс Данил, а где ты яйцо-то взял? Но ответ на свой вопрос я так и не получил. Какие яйца? Какая яичница? Почему здесь выхода нет из этой части комнаты? И почему я вижу две точки света, которые горят? Это получается то, что свет можно вырубить и там, что ли? Как же все же много всего я до сих пор не знаю об этой карте. Настолько много, то что я даже не понимаю, куда я в данный момент бегу и где мне в данный момент надо починить этот свет. Полгода меня подписчики в комментах... Я еще и душ нашел в Амонге. И вот это осталось еще сральники найти для полного набора, где я вообще нахожусь. Полгода меня под... Так, ладно. Какого фига здесь произошло за это? И как здесь... Два трупа челла валяются в комнате, в которой надо было ремонтировать... Так, я повторюсь в очередной раз то, что офигеть, сколько много всего, я еще до сих пор не знаю про эту
карту, пока сюда никто не прибежал. Мне вот интересно все же посмотреть. Ага. Но мне слишком далеко бежать туда, чтобы реактор отремонтировать, поэтому занимайтесь этим вы. Здесь пусто. Здесь пусто. Здесь подсолнух, бутылочка. Здесь пусто. Три железных слитка. Ладно, его я заберу себе. В этой бочке палка. В той бочке подсолнух. В этой бочке ничего. Здесь задать. Так вот. Походу, опять этот свет вырубили. Вы что, я нахожусь в комнате, где этот свет можно ремонтировать, поэтому нет смысла сейчас со мной. И трупы пока подождут, подождите. Где? Вот, подсолнухи. Так, походу я начинаю разгадывать загадку X Данила. У меня есть подсолнухи, у меня есть железный слиток, у меня есть палка. Еще осталось найти, как я понимаю, яйцо. Вот, походу, в этой комнате с самого начала Икс Данил и пробегал. Также случайно наткнулся на эти вот бочки. Так, заданий здесь уже нет. Также случайно наткнулся на вот эти вот бочки. Что-то в них странное над... А вот и яйца! Вот, я вообще не понимаю, зачем на этой карте сковородка и... Молодцы, кто там ремонтирует вот эти вот саботажи? Огромные молодцы. Так, ну вот что самое печальное, а я как бы не знаю крафт какой, я не знаю, как сковородку скрафтить, но логично то, что сковородка как бы ровная, поэтому... Нифига, но у нее также есть ручка, и ручка, да, нет, ну она же ровная, вот так, ручка, наверное, должна быть снизу, или вот так, или вот так, или... Книга знаний. И нафига она нужна? Нет, это просто обычная сковорода. Вот у меня к тебе, мой красный друг, пару вопросов. Что ты делал на двух трупах? И вот ты даже не пытайся от меня отмазаться. Я бегу по карте, выбегаю такой в эту огромную комнату, склад вроде называется. Там два трупа, и ты на ящиках стоишь. Почему ты трупы не репортил? Может, ты их и убил? Подожди, Херейт. Это яйцо, подсолнух, бутылочка. Нет, нифига не получается. 100% нужен верстак, потому что... Так... И подожди со своими обвинениями. Это Икс Данил, единственный вопрос. А зачем подсолнухи? Ну так масло. Какое масло? Масло. Я понимаю, а у меня 8 подсолнухов, бутылка и яйцо. Вот, а что с ними делать? Погодите, вы вообще масло. О чем? Два этих дурака вы... Подожди, ты со своим говорить? Этим амонгом! Подожди, у нас тут разговор посерьезнее. Это ты подожди, знаешь для чего масло? Зачем? Чтобы попа не погасла, ты почему тут... Короче, это ты все кикайте его отсюда. Подожди, а как масло сделать? Вот это Икс Данил, у меня последний шаг, который надо сделать. 3 яйца, бутылка, как масло сделать? Подсолнух. Чё, подсолнух, ты мне крафт скажи, или я должен догадаться, как? Берешь подсолнух, делаешь масло. А, ты моя женщина. Хватит говорить о масле, голосуйте за это он предатель. Сковорода, масло, так у меня верстака просто нет, чтоб... Я предатель! А, ассасин, отомщик. Ну ты мне все равно на вопрос ответь. Почему ты стоял на двух трупах и не репортил их? Потому что у меня была другая задача и другая миссия. В тот момент мне вообще совершенно не было никакого дела до этих двух трупов. Я их с самого начала увидел. Какое может быть задание, которое важнее, чем репортить трупы? Масла! И подсолнухи! И вот... Пока мы с тобой здесь стоим в нормальной, спокойной обстановке. Как сделать масло? Посередине бутылка, вокруг подсолнухи. И получается бутылка с маслом. Потом ставишь сковороду на огонь, кидаешь яйцо, выливаешь масло и все. Глазунья готова. Ага. Вы чё, вообще ненормальные, я понять не могу. Какая к чёрту глазунья? Какая сковорода? Какое
масло! Все, спасибо, Экс-Данил, спасибо огромное. Так, ну я предлагаю не тянуть, у меня там еще куча других незаконченных дел. Давайте сразу начинаем второй раунд. Ладно, я просто пропущу это мимо ушей, запускай. Ну, пока что играть на этой карте проще простого, потому что карта, она как бы новая. О, я невидимый. Карта как бы новая, и до сих пор никто не знает, как лучше здесь выполнять задания, как лучше здесь играть, где здесь лучше кого-то убивать, а кого-то не убивать. Поэтому победить здесь проще простого. Я могу просто взять, выключить свет. Вот так вот, пока кто-то будет вот туда, или вот туда, или вот... Так тут три точки, оказывается, где свет можно чинить. Подожди, атомчик! Не-не-не-не-не-не-не, обратно. Не-не-не, и... В люк, чтобы меня сейчас случайно никто не спалил. У меня такое ощущение, то, что комната какая-то знакомая, Ксюха. У меня очень знакомая комната и очень знакомый проход. Я до сих пор еще не выучил эту... карту, поэтому я не знаю, куда здесь надо... Минус два, это уже, в принципе, очень хорошо. Я еще раз скажу то, что я... Собственно говоря, вот яйца, видишь? И я как бы не врал все это время, то что Экс-Данил походу в это в повара заделался, как я понимаю, второй раунд подряд там всю команду глазунью вот это вот. Какого лешего? Так ты ж даже не предатель, а у тебя нет в списке предателей. Экс-Данил, я тебя даже убивать не буду. Какого фига сейчас произошло? Я не знаю, как это произошло. Я не хотел Хрейда убивать. Оно само, я случайно. Я просто подошел, тыкнул по нему, и он взял, сдох. А, Экс-Данил, вот ты испалился. Все, ребят, голосуем за него. Да, я не предатель ведь, я же нечаянно. Тут мне даже нет ничего, никакого смысла, чтобы что-то говорить. Вы сами все слышали, то, что он сказал, что он случайно убил Хрейда, и он не хотел. Сковородкой, между прочим. Не знаю, как это получилось, но как бы углубляться во все подробности не буду. Просто голосуем за Экс-Данула. Да в смысле, я же не предатель. Чё стоишь? В ту сторону задание выполнять? Давайте, пошлите. Распределяемся по всей карте, распределяемся. Оп, молодец, сосинушка, выключи. А так сосина, она же вроде в первом раунде была прида... Да стой! Он чё, в темноте пробежал мимо труп... Он чё, в темноте пробежал мимо трупа и даже его не заметил и... Вот это, конечно, фартануло, если чё... Стой на месте, скрипошарый, стой!
Ну, если не заметил труп, то я надеюсь, у тебя никто не заметит, Андрюшечка. А вот сейчас самая лучшая тактика, которая существует на этой карте. Нужно просто выключить кислород. Я еще раз повторю то, что эта карта офигеть какая огромная, и люди просто не успевают добежать до этих точек, чтобы выключить эти вот бедный костер, а? Не успевают добежать до этих точек, чтобы выключить саботаж. И поэтому вот три полоски осталось, и в принципе можно сказать то, что через 3, 2 и 1. А ну вот все! Вам бы не помешало немножко быстрее научиться ходить по этой карте, учитывая, какая она гигантская, и то, что вы просто не успели добежать до реактора и выключить его. Это самая простая игра в Among Us, которую я когда-либо выигрывал, и самая... Ну, не самая обычная, не учитывая, конечно, то, что X-Данил Херейда по башке несколько раз сковородкой запердохал. А так самая обычная игра... Так, сейчас, погоди минуту. X-Данил, ты что, совсем неадекватный, что ли, я понять не могу? Ты повар не доделал, я тебе какое плохое зло сделал? Ты меня зачем сковородкой по лбу стукнул? Брат, я не хотел пройти, но само как-то случилось, я просто... Ты сам сковородку взял и сам по лбу меня стукнул, или что? Ну так оно, я не знаю, как это произошло вообще, я просто ее взял в руки и тыкнул по тебе, и тут кирдык, и все. Я тебе сейчас объясню, как это произошло. Ты взял сковородку, меня стукнул, и кирдык, оно не само произошло. Я тебе сейчас объясню, сломаю, иди сюда. Так я что такой слабый, что ты от одного удара сковородкой сдох? Я тебя сейчас сам сковородкой тресну, посмотрим, как насколько ты слабый. Мальчики, хватит ругаться. Пошлите лучше яички кушать! Я надеюсь, варёные? И вот ты сейчас просто 5 секунд смотришь на то, как жарится яйцо. Вместо того, чтобы посмотреть нашу новую серию Among Us, которая находится справа от этого яйца. Ну чё за выбор-то такой странный, а? То есть для тебя яйцо важнее, чем новая серия?